Итак, мы находимся на стройке у первой, на улице первой ударной армии. Наблюдаем сотрудников полиции. Здравствуйте, а кто здесь старший, скажите, пожалуйста. Там. Господин Кибедов, вы здесь старший? Господин Кибедов, вы можете как-то прокомментировать, что здесь делает полиция, прокуратура? Господин Кибедов, будьте добры, дайте комментарий, пожалуйста. Скажите, на каком основании здесь сотрудники полиции работают? Так, господин Кибедов отказывается разговаривать с альтернативной газетой. Приехал на стройку на своем личном автотранспорте. Номер К700ВС177. Что-то они хотят. Слушай, да, я на месте, здесь почему-то все разбегаются. Да, я на территории, снимаю господина прокурора. Выезжает тоже один из представителей правоохранительных органов на джипе. Так, господа прокурорские работники и сотрудники полиции почему-то спешно покидают территорию. Эх, 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 эх. Ну, господин Кибедова, Lexus. Молодец какой, Кибедов. Скажите, как давно здесь присутствуют сотрудники полиции, прокуратуры? Да не знаю, полчаса, наверное. Будет. Полчаса, да? Давал этим камушкам. Видишь, нет? Удостоверение? Конечно. И где удостоверение? Наверху? Наверху. Ну, пусть спускаются. Показывают. На основании чего? Как на основании чего? На основании того, что здесь вообще работа не зависит. Это первое. Во-вторых, вообще законность их там нахождения, а может, у них нету. Сейчас они упадут, и будет халатность. Во-первых, с вашей стороны, допуск работников, которые не имеют соответствующих документов. Но у вас есть сейчас документы на проверку всех вот этих вот мероприятий? Ну, у нас есть закон о прокуратуре и закон о полиции, который, согласно закону о полиции, сотрудник полиции обязан пресекать правонарушения и преступления. То есть любой сотрудник полиции может прийти в любое время и спустить моих терновщиков прям по первому щелчку? Во-первых, у нас есть предписание, которое предписывает, что работы проводить нельзя. А ваши сотрудники там проводят работу. Если они это делают самостоятельно, без вашего указания, соответственно, пусть они спускаются. Если по вашему указанию они это все строят, соответственно, к вам вопрос. У меня есть разрешение на строительство, выдано заказчиком. Я работаю на основании этих документов. Заказчик мне документов на приостановление стройки не давал. А зачем вам он должен отдавать, когда он сам подписал и себе забрал? Значит, он должен довести, да. А я вот до вас довожу. Вам же, наверное, не нужны проблемы с законом. Мы же раньше не приходили, правильно? Нет. Потому что на то было основание. Хоть мы и оспаривали разрешение на строительство, соответственно, ну, оснований не было, да? Оно в споре находилось. А сейчас есть подписание? Есть. Его надо исполнять. Сейчас в
возьмем этот напильник и будем пилить, блядь, снизу. Я думаю, блядь, я без каски не пойду пилить. Да я сейчас буду, блядь, с ноги стучать. Пилить долго. Ничего страшного. Вот видите, врежусь со всей дури, блядь. Чем быстрее Виктор Иванович придет и приедет и разберется, это его интерес. Ну, понятно. К вам никаких проблем и претензий быть не должно. Тут вообще, знаете, вот, если начинать проверку, да, никому же это не нужно. Вот эти вагончики. И никому это не нужно сейчас, на ебания всякие, да. На несколько часов останусь здесь, тут административа будет больше, чем вы заработаете. Но это никому не нужно, потому что... Как Виктор Иванович говорит, бизнес кошмарит. Ну, просто по-хорошему, по-нормальному, как это бывает, да, призываем, ну, не делайте. Мы его призывали. Он говорит, у меня разрешение на строительство. Ну, тогда предписания не было, соответственно, никто не призывал. Мы здесь пальцы не гнем, никого не вытаскиваем за самоуправство. Сейчас приехал Бобик, всех выявил бы. Сказал бы, вы тут самоуправством занимаетесь. А мы то, что говорят, мы просим бумажку. Ну, я говорю, никто не докажет, потому что они скажут, а я им сказал. Ну, понятно, на основании бумаг как раз, это личные подписи, приказ, там все остальное. Стандартная заверенная бумага и печать. Сказали бы, стройте, в конце концов будет виноват. Потому что, иначе он потом скажет, я сказал, а не строить. Берите минометы, гранатометы, снайперские винтовки. Да я вам расчет сделаю, зарядок. Ну да. Будете в пейнтбол играть. Counter-Strike. Давай сейчас этот руководитель приедет. Я с ней тоже переговорю. Вроде тетка нормальная. Конечно, в микросумке, знаешь, предъявили. Я туда 12 числа иду на комплексную проверку.